Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами Братуха, это игра War Robots, и мы играем против клана. Клан зоопарк или зоофилы, я не знаю, мы узнаем это только потом. Или что еще может быть, как не зоопарк или не зоофилы. Вот, в общем, неизвестно, но зо, а может даже зоо, то есть типа что-то типа з, это... освободительная операция кое-где происходит у нас. Значит, они в большинстве... О, тут у нас, значит, на телефоне парень. Люто, лихо. Зря я так сильно выдвинулся вперед. Обалдеть, просто реально зря. Не хочется мне прямо реально так страдать. У меня просто, кроме робота, больше, ну, как бы, Серафа, никакого крутого робота нет. Сейчас будет супер удар по мне произведен. Я чудом выжил. Так, Томас у нас хочет меня убить. Томаса сейчас мы попробовали. Но не получилось. Танас или как его там зовут. В общем, против клана, ребята, рубимся. Просто жопа какая-то. Ничего не поделаешь. Таков путь, как говорится. Разработчики поддерживают эту всю ерунду. Когда взвода бьют... Рандом разработчиков это устраивает, никакой информации по поводу взводов, вот это вот избиение они не несут, не рассказывали ни разу, комьюнити менеджеры об этом умалчивают, значит, их все устраивает. По сути, это преступление, потому что бустеры, которые активируются специально, которые покупаются людьми за деньги, горят просто так. Потому что, ну, в данном случае ни победы, ни серебра за победу, вернее, очков в чести никто не получит. Вот, ну и также, кому же тоже нравственно-морально хочется унижаться, когда тебя унижает вот толпа, например, на таких роботах Англер. В группе War Robots 18+, выложен пост, где Челобрек поставил information, где у парня 5 Англеров в ангаре. В общем, не смог я его нанести урон по роботу, когда он был не в инвизе. Сейчас он мне вырубил прицел. Я не могу его убить, когда он в инвизе, то есть в астрале, когда он без астрала. То есть это абсолютно невозможно. Энглер это слишком, чересчур имбовый робот. Наверное, самый имбовый. Но опять же, разработчикам абсолютно по барабану. Они в курсе, что этот робот нагибает все и всех. И они ничего делать с этим не будут. Пока вы, донатеры, не напокупаете их по 5 штук в ангар. Как только напокупаете и спрос на этих роботов упадет. А вы еще попробуйте их напокупать. Потому что там процент выпадания. А где этот процент выпадания? Вот там вот. В общем, 1 700 000 настреляло, что толку? Один ключик дали, поражение, унижение от клана Зоо. Я так и не успел посмотреть. Зоофилы или все-таки они за оград какой-то. Или за охрень. В общем, не пойми, чего у них там. В особой поставке Энглер у нас, ребята, добывается вот здесь. Бабки тратят, значит, на 7500 ячеек. Вот тут все, в общем... много денег донатеры тратят для того, чтобы выиграть вот этого вот Энглера. Понимаете? Это просто жопа, короче. Развод донатеров. Никакого уважения к простым игрокам. Лютая дичь. Ну, а сейчас попробуем пойти в обычный бой. То есть, я играл, увидел, что там взвод, и решил показать вам, что взвод херачит рандом. И во взводе оказался робот Энглер. Я вообще хотел посмотреть, но не успел все это дело рассмотреть. Сколько Энглеров во взводе? Потому что каждый донатер в клане купит по Энглеру, вот так прокачает, да? 5 Энглеров это просто жопа. Придут на базу и выжгут все. Потому что урон не проходит, когда он не в инвизии. Потом в астрале по нему урон опять же не проходит. Робот просто жесть. Просто жесть. Но, к сожалению, вот разработчикам насрать на это все. Они потом сделают удивленные глазки такие. О, а он имбовый. О, мы его будем нерфить.
Но это только после того, как на его замену будет состряпан другой робот, не менее имбовый, от которого Энглер будет сосать. Ну, в плане игры, ё-моё, вы чё подумали? Ну, каждый подумал в меру своей испорченности. К сожалению, всё, что здесь я возбухаю, возмущаюсь по этому поводу, абсолютно по барабану разработчикам, это как горох об стенку кидать. Обратно отскакивает, а стенки ничего не происходит. Увы и ах, ребята, ничего, к сожалению, с этим не поделать. Единственное, что можно с этим поделать, это вложить деньги в ангар, в игру, выиграть Энглера и ходить бегать всех нахрен нагибать и радоваться жизни. Все. Все, что вы, донатеры и обычные игроки, можете сделать. Вот кривометный гандон. Просто, блядь, кривометные гандонопушки, которые стоят за укрытием, вот эти вот утырки, кто их покупает, а... Я вот лично, я считаю, что я настоящий мужчина, и этими кривометными пушками я пользоваться никогда не буду. Как шок-трейнами в свое время не пользовался, так и кривометными пушками тоже пользоваться не буду. Вот. И стоит вот так вот гандон, понимаете, на четырех этих пушках. И вот так вот выпиливает тебя в любом месте, куда бы ты ни спрятался. А это почему так? Потому что робота-бегемота апнули. И он теперь стоит, этот гандон, и на четырех пушках, ребята, гандонит. Вот даже еще какой-то гандон стоит, и на маленьких пушках тебя гандонит. Все. За укрытием. А это был Марс, который, смотрите, хуячит братуху через... Что? Правильно. Стену. Турель Марса била только что братуху через стену. Как вам это такое? Кстати, турель Марса перебросили еще раз. Теперь он... Вот, забрали турель Марса, да? В общем, или там два Марса, или один Марс постоянно свою турель кидает. То есть там минимальный, как говорится, этот... Ну все, ну с кривометом. Это, ну, с ним возможно играть. Во что превращается наша с вами любимая игра? Она... Во что превращается? Вы мне скажете, братуха, она уж давно превратилась в говно, в болото, в сраное. Понимаете? Почему? Почему, братуха, блядь? Потому. Ну, вы сами видите. Способность Серафа бьет через стену. Турель Марса бьет через стену. Багованные Серафы не пробиваются. Кривометы достают тебя из любого расстояния. Под любым углом. Роботы-энглеры, шменглеры убивают тебя, а ты их убить не можешь. Справедливость? Нет. Сделано для чего? А для заработка бабла. Понимаете? Где баланс? Отсутствует нахуй. Когда еще год назад был баланс в игре, сейчас с выводом энглеров его просто не стало. Представляете? Меня просто за энглеров бомбит сегодня, блять. Потому что ситуация такая. Энглер выходит. Вернее, подходит к тебе, включает свою способность, ты по нему стрелять не можешь, он в способности тебя жгет. Он выходит из способности, у него встроенная хуйня, которая может тебе вырубать прицел. То есть ты его, опять же, стрелять не можешь, прицел у тебя вырублен. Ладно, прицел у тебя возвращается обратно, и ты можешь начать в него стрелять. При нанесении 70 тысяч урона у Энглера включается абсорбер. Абсорбер кончается, то есть ты его не можешь пробить. Абсорбер кончается. Что получается? Он включает свою способность. То есть каждый раз он при включении-выключении способности вот так, да, теряет 70 тысяч хп, которые аптечкой или пилотом это, или кораблем это восстанавливает. Ну, хотя бы процентов 3, там 40-50 может восстановить. То есть, получается, вечный двигатель. Конечно же, если в Энглера будут стрелять все толпой, то да, он умирает. Если во всех стрелять толпой, они еще более-менее в игре умирают. Более-менее. То есть, это жопа, ребят. Это жопа. Это абсолютная несправедливость к игрокам и к другим роботам. Вот, смотрите, супер дробаши. А что могут сделать с этим Фенриром? Честно, вот ни хрена они не сделали.
Я выпустил всю обойму в этого робота. Что-то я попал, не попал, неважно. Но я его не убил. Это перекачка робота. Как вы считаете? Да? Перекачка титана. Неубиваемый титан. А эти пушки, блин, по титанам зато хорошо урон проходит. Получается, что эти пушки хорошо стреляют только по титанам. По роботам нет. Блин, странно. Как можно с огромного большого дробаша не убить муху? Вообще непонятно. Ой. Все через задницу, блядь. 276, мы победили. 2 ляма пострелял, реклама предлагает. Ну, тут все по 2 ляма настреляли, там более отличились. По 3400. В общем, у меня сегодня чисто из-за Энглера просто бомбит нахрен. Я до этого клана повстречал Энглера, размотал нас нахрен всех. 2 Энглера было. Размотали нас нахрен всех. Я зашел, увидел, что взвод ЗОО. Зоо, я не знаю, что там. Зоофилы, зооград, зоопарк. Я не знаю, что как характеризуется. Я не зашел, мне похеру, блядь. Но они взвод. И взвод против нас, рандома. Соответственно, какие я чувства должен испытывать к этому взводу, к этому клану? Негативные. Они-то, может быть, и не виноваты. Они не виноваты. Они вышли в взвод, они делают то, что позволяет игра. Но вот разработчики виноваты, что допускают вот такой беспредел. Ну вот скажите, это же беспредел, когда прокачанный взвод уничтожает рандом, у которого нет шансов на победу. Скажите, пожалуйста, ответьте мне на вопрос, ребята, в комментариях, разве это справедливо? Без шансов на победу выходить в бой против взвода, прокачанного взвода. В рандоме все половина прокачанных, половина нет. А во взводе они, как правило, все топовые ангары. Вот это просто справедливо. Когда же разработчики будут относиться к нам, к игрокам, как к людям? Когда закончится вот это вот высокомерие? Когда разработчики будут нас уважать, любить нас, игроков? Давайте еще раз. Ну я вот просто, блин, извините, закипело. Просто там просто без шансов. Я в этого Энглера, в этих двух стрелял, там ни хрена не настрелял. Потому что у них способность абсорбер. Или мне вырубали прицел. Ребята, конечно же, найдутся такие люди, которые скажут: браток, что ты тупишь? Поставь робота, дрона патрон, который эффекты вот эти сбрасывает. Блять, он сбрасывает, но у него уже какая-то перезарядка есть. То есть я вам даже просто знакомиться не хочу, потому что там способности какие-то тупые. Нолик, квадратик, треугольник, то есть там... Способность на атаку дает какой-то маленький процент. Способность на сопротивление, которое дает, да? Микросхема сопротивления маленькая. Способность на эффект, которого, блядь, у меня Т4 формата нет. Да даже просто эффект тупо не накладывается. Не успевает, ибо, блядь, у игроков есть абсорберы, блядь. Понимаете? Вот он взял, второй раз взлетел. А я так двигаться не могу до сих пор. Станшман, хрен его знает, что со мной. Заморозили аж пипец. Не повернуться. Ну, парень умер, утонул. Увы, к сожалению, у разработчиков есть хорошая такая
классно, вот их Mail.ru научил зарабатывать для Mail, для хозяина Mail.ru бабки. Он научил их выводить имбу, нерфить предыдущие и так далее. То есть абсолютное наебалово, постоянное наебалово. Блять, обновление, как они говорят, текущие сметы. Обновление, постоянно обновление ангара. Блин, ну ёкарный бабай. Мы воюем, мы ждем. Сераф тоже имба, ребят. Но Серафа хотя бы можно застанить над какой-нибудь пропастью. Убить, когда он ходит пешком. Серафа можно убить. А Энглера нет. Кто захочет, тот и завалит. Вот, смотрите, попробуем убить его. Мои дробаши наносят 300 тысяч урона. Ни хрена. У этого Серафа, ну, 1100 осталось. Пам-пам. Ну, этот убил. Умер. Есть серафы, которые не умирают. Знаем одного такого. Вчера пришел на стрим и всей моей семье угрожал. Из клана свои. Я думаю, его из клана уже давно кикнули, хотя я неизвестно. Не будем его рекламировать. Все, кто в курсе, на канале Брутуха Лайф есть стрим. А, блядь, а я хотел телепортнуться, маячок захватывать. Нихера, у меня перезарядка. Пока еще энглеров вот у простых людей я не вижу. У взводов, там один из двух или там три, вижу. Сразу начинает кипеть пердак, потому что он абсолютно неубиваемый. Он Ноденса трахнули, посмотрите. Просто, просто титан встал и сгорел. На работе, да? Потому что этот его спалил огнем. Вот этими пушками. И теперь меня палит. А я его колупаю. Все, нахуй, спалили напрочь. Просто за секунду 300 тысяч. Или сколько там? Бах и нах. И в дамке. Бэм, бэм, бэм. Захватываем маяк. Сейчас кто-нибудь прилетит, меня отутюжит. Его огнем выжигали сейчас этого серафа. По мне дробаши очень даже хорошо заходят. Странный какой-то полет. Может, уже нерв пришел в действие?
А, просто у меня, наверное, робот не прокачанный. Да, такое ощущение, что я очень медленно иду. Километра 2, наверное, в час не прокачано, или 3, наверное, не добавлено. И я все как черепаха. Парень, бах! И все, и умер. Вот вам Форс взял напоследок Эндлера. Я буду тащить. Пошел. Будем пытаться убить Энглера. Сейчас его там четверо будут уничтожать. Получается, нет? Я вижу, что у двоих хп тает. Получается, да. Пошел пострелять, убили. Это абсолютно, представляете? У робота есть скорость, он пришел к ним на базу. Значит, у него еще пара таких энглеров есть. Сейчас попробуем аптечку бросить пацану. Да на мои этот тоже клан как бы читеров. Ой, этих донатеров. Вперед! Надо выиграть этого форса. У нас Танюша заболела температурой. Завтра на работе, на работу не иду, сижу дома с Таней. И Сони. Вот, а на больничный, наверное, жена пойдет. Он их сам закатывает на маяк. О! Один выстрел, и я труп. Все, захватили, успели. Йоу, победа. Вот так, ребята. В общем, сегодня у меня, не знаю, настроения нет. Сегодня я забомбил на энглеров. Это, я понимаю, что это абсолютно по барабану. Абсолютно похеру. Это я прекрасно, ребят, понимаю. Вот. Но все же. И разработчики ничего не изменят. И роботов нормальных делать не будут. Просто извините, пожалуйста. Это считайте, что это крик души. Просто крик. Вау, в пустоту нахрен. Если хотите, можете покричать вместе со мной. Группа Воробот 18+, или здесь в комментариях. Потому что это все, это пипец. Всем спасибо, всем пока-пока.